Всем привет, ребятушки, с вами снова я, Мануэль, и сегодня мы посмотрим на 5 годных, по моему мнению, модификаций на оружие на Fallout 4. А начнем мы, пожалуй, с самого сладкого. Снайперская антиматериальная винтовка. Представлена в трех вариантах. Стоковое состояние, полностью раскачанное и легендарный вариант. То есть данная модификация добавляет еще пару легендарных вариантов этой снайперской винтовки. Где достал эту винтовку, перемотанную синей изолентой, я, конечно же, говорить не буду, а иначе смысл было их прятать. Разумеется, как и любая легендарная версия, чего бы то ни было, она имеет свою уникальную характеристику. Винтовка имеет просто великолепный звук выстрела, мощный убойный урон и неплохую дальность. Далее по списочку. Автоматическая винтовка AN-94 Абакан, также представлена в стоковом и в раскачанном варианте. Можно перекрашивать так, как вам угодно. Для автоматической винтовки имеет неплохой урон и, в принципе, зажимать в сильных противников очень даже можно. Ставятся различные интересные прицелы, можно даже ЛЦУ налепить. Думаю, многие знают, что за убойная штука дробовик А-12. Мало кто выдержит бешеного зажима убойного дробовика с огромным, реально огромным уроном. В принципе, для охоты на рад-оленя самое оно. Для любителей мощного второстепенного оружия Desert Eagle. Пистолет, который не хуже антиматериальной винтовки, вышибает мозги. А теперь для любителей мяса. Бензопила. Любите, чтобы кишки летели направо и налево, разрубать врагов пополам, то это оружие для вас. Правда, имеет довольно-таки невысокий урон, но так и задумано, чтобы жертва дольше мучилась. Что же, ребят, это все. Все ссылки в описании. Ставь лайк, если понравилась моя подборка. А с вами был Мануэль. Всего вам доброго и до скорых встреч. Пока!